Давайте снимем погрузчики. Не могу тоже не снять их. Интересный аппарат. Я на таком когда-то пробовал, катался. Работал я в гараже. Ремонтировал КамАЗы. Вернее, работал на ТО-2. И у нас было таких два погрузчика. Двигатель у него ГАЗ-52. Газоновский. Ну, хотя они были и дизельные такие погрузчики, я помню. Двигатель стоял от Т-40, наверное. Да, вот у этого погрузчика как раз стоит двигатель от трактора Т-40. Можем взглянуть. Интересный аппарат, тоже я их уже не вижу. Ну, хотя, может быть, где-то на предприятиях они сохранились. Они раньше по городу в промзоне катались, такие погрузчики. Ставились они на учет. Такой погрузчик. Рядом стоит еще один погрузчик. Тоже его посмотрим. Хотя это какой-то погрузчик-кран. Таблички я не вижу. Видел я их тоже на каком-то предприятии. Использовали их. У нас в гараже не было таких. Этот помощнее, видимо, по грузоподъемности. Тоже интересный экземплярчик. Очень редкая техника, уже не эксплуатируется, она не используется, давно вся списана. Автопогрузчик. Видим трансмиссия от автомобиля, МАЗ у него. Или, скорее всего, может быть, нет, мазовская трансмиссия. Мазовский мост у него. Вот такой погрузчик. Закончим съемку, перейдем к следующей модели.